Эдриан Пауэлл соблазнял тебя? На стоянке супермаркета. Что именно он сказал? Он пригласил меня на вечеринку, а потом предложил купить мне платье. Это ужасно. Так, когда он сказал, что хочет заняться с тобой сексом? Именно этого он не говорил. Но его глаза сказали. И его палец тоже. Его палец? Он сделал вот так. А я знаю, что это значит. Милая, мне так жаль, что тебе пришлось пройти через это. Этот человек подонок. Да. Хорошо, что все закончилось. Тебе не придется больше говорить с ним. И все? И ты не пойдешь к нему? Зачем мне это делать? Чтобы ударить его, или пнуть его, или врезать ему палкой? Ты серьезно? Он оскорбил меня. Да, он сделал непристойное предложение. В этом городе это часто происходит. Нет причин сходить с ума. Миссис Перри права. Насчет чего? Ты тряпка. Прости, что? Да, ты боишься драться. Ничего. Не каждый мужчина на это способен. Стой. Я не боюсь драться, но мне не обязательно избивать извращенцев, чтобы доказать, какой я мачо. Эрнесто бы ударил его. Но это потому, что я принадлежала ему. У него была обязанность защищать меня. Я забыла, что не принадлежу тебе.